Акция «Збяром портфель першокласснику» подыходит до своего завершения. Праз два дни прыгожие хлопчики и девчонки прыйдут на школьные линейки. Самым, напэўна, хвалюющим этот день станет для тех, кто за школьные парты сядет у першиню. Сярод их будет шмат детей, яким у школу допомагали собраться в межах областной доброчинной акции. Чарговое свято прошло сегодня у Лядовым палаце. Марина Джалая с подробязностями. Яўген П'яноў сёлета стане вучнем 29-й гомельскай школы. Яго старэйшыя брат і сястра таксама скончылі гэтую установу. Бацька хлопчыка, дырэктар гомельскага абласнога цэнтра алімпійскага рэзерву адзінаборстваў, спадзяецца, што сына вырасце сапраўдны мужчына. Пакуль жа абодва з хваляваннем чакаюць першы вучэбны дзень. Волнительное, ответственное мероприятие. И я хочу поздравить всех первоклашек, хочу поздравить Евгения Сергеевича с этим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, чтобы любили спорт, уважали единоборство, ну, здоровья, терпения всем родителям и преподавателям, естественно, благодарных учеников и хорошего результата. А ты расскажи, пожалуйста, ты уже спортом каким-нибудь увлекаешься, занимаешься? Да, боксом. Подчас мероприемства размова об тем, что у Гомеля для детей створены усе умовы для реализации своих здольностей. Например, за опошние годы тут появилась вельми добрая спортивная инфраструктура, якая каждому предоставляет выбор. А досягнение наших спортсменов – одни из лепших у Беларуси. Атлеты региона завоевывают великую колькость медалей на престижных республиканских и международных споборництвах. На других европейских гульнях, например, простуники региона отримали 20 медалей. Эта акция проходит традиционно каждый год в Гомельской области. Сегодня мы дарим портфель первокласснику именно в этом учреждении, в спортивном учреждении, в одном из лучших Гомельской области. Поэтому будут сказаны слова благодарности родителям за то, что они сделали свой вклад в подрастающее поколение. И будут вручены от имени Национального олимпийского комитета и от имени губернатора Гомельской области Геннадия Михайловича Соловья школьные принадлежности и спортивный инвентарь. Мы постараемся сделать это таким образом, чтобы эти детки, которые пойдут в первый класс, запомнили, что впереди у них большой жизненный путь. И, возможно, он будет слагаться не только с учебной составляющей, но и спортивной. Сегодня портфели разом с канцелярскими приладами, олимпийским дзёнником и спортивным инвентаром отримали 12 будущих першоклассников. После этого мероприемства хлопчики и девчонки докладно отправятся в школу с добрым настроем и прагой доведов. Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».